Привет, зритель! Сейчас нас с тобой ждет распаковка продукции от российской компании Greenway, которая основалась в 2019 году, совсем недавно. В период импортозамещения в России она как нельзя кстати, потому что производит эко-товары. Производство у нее и в Новосибирске, и в Томске. Вот она, почтовый пакет. Вообще, как бы, я в интернете прочитала, изначально разрабатывалась она российскими и японскими учеными, но теперь продукция только в России производится. У нас тут красивый пакетик внутри-то. Да, в пакетике бы оно бы не ушло, почта России. Смотри какой, бумажный, экологичный пакетик, Keep Green, My Greenway, мой зеленый путь. Компания не только в России есть, но еще в куче других стран, в том числе и в Европе. И, о, слушай, зритель, там очень приятно пахнет и так много всего. И, насколько мне известно, есть продукты для уборки, есть косметика, там собираются производить корм для кошек и, по секрету всему свету, прокладки гигиенические для женщин. Ну, мужчины, я думаю, тоже могут воспользоваться, если они в душе себя считают женщинами. Средства для уборки, уходовая косметика, декоративная косметика, зубные детские пасты. Зубная детская паста как раз для меня, потому что у меня молочные зубы, если ты еще не в курсе. Вот у нас первый пакетик. Славится Greenway у нас, не у нас, не у вас, вообще в России, во всем мире, своими суперсалфетками для уборки, которыми смочил водичкой и протер поверхность. Не надо использовать химические там всякие фейри и так далее. Не надо там мылом тереть, если вдруг фейри нет, но есть мыло. Короче, с помощью холодной воды и одной из сторон салфетки можно помыть посуду. Если ты не веришь, и я пока не верю, потому что не попробовал, не узнаешь, то жди следующего обзора, когда я буду тестировать эту салфетку. Еще компания производит БАДы, всякие чаи. Чаи для каких-нибудь лечебных целей, ну, можно сказать, для похудения. Какие-нибудь там, смотри, что тут у нас. Вот как раз балансер. Далее. Только вода. Свободный от сахара, свободный от глютена, свободный от мальтодекстрина и перерабатывается. Что-то у нас такое. Всю необходимую информацию о продукте смотри на коробке. У нас тут на русском, на английском и на казахстанском. Уже содержит молоко, правда, просто смешайте с водой. Фисташковый мусс. Способ приготовления: одну порцию сухого продукта 52 грамма развести в 200 мл питьевой воды комнатной температуры, интенсивно взбивая в закрытой емкости шейкер. Употреблять сразу после приготовления. Восстановленный продукт хранению не подлежит. Я так понимаю, восстановленный продукт — это то, что ты уже залил, и вот надо сразу выпить фисташковый мусс. Ну что, попробуем фисташковый мусс. Видишь, ты понял, что тут еще такие штуки есть. В общем, практически все для жизни, при этом экологичное. Не будет засорять окружающую среду. А сейчас очень модные экологичные товары, насколько мне известно. Баланс. Опять же, только вода, свободная от сахара, глютена и сахарозаменителя. А это у нас соленая карамель, уже содержит молоко, просто смешайте с водой. Я так понимаю, это такие, ну, спортивные коктейльчики. Ты занимаешься спортом, поехал на велике куда-нибудь или еще что-то в этом роде, и вдруг тебе захотелось поесть. Остановился, налил, взял из бутылочки с водой воды, поставил там в какой-нибудь шейкер. Я хотела такую бутылочку купить, шейкер, но что-то мне как-то не словило, не свезло с ней. Вот тут, значит, налил стаканчик воды. Засыпал туда порошок, потряс, выпил.
Тут у нас черный чай в пакетиках. 200 миллилитров, 5-7 минут. Готово, черный чай. Вообще хочу сказать, возьму в деревню. А может и тут союзу. Я же тут еще какое-то время побуду. Так как это выложится чуть позже, чем снимается, то вот сейчас у нас еще август. Сейчас у нас еще 24 августа. Тут у нас зеленый чай Сенча. Тут узнаем, какая тут Сенча. Потому что есть Сенча китайского производства. Он совсем не Сенча. Есть японская Сенча. Каркаде, апельсин и корица. На жару-то самое то было бы. Зеленый чай еще один. Тоже Сенча. Еще каркаде и корица. И еще черный чай. В общем, тут по два пакетика. И еще два пакетика у нас Лапландия. Я ее вообще сначала не так прочитала, эту Лапландию. Да, и, кстати, чай у них с алтайскими травами. Не все в Алтае живут, поэтому не все могут попить чай с алтайскими травами. Но вот в Гринвей можно это купить. Тут у нас зубная паста. Кстати, я видела в интернете картинку с этой зубной пастой. Детская зубная паста со вкусом апельсина Тотти от 3+. А у меня 38+, но зубы-то молочные. Формула с гидро способствует восстановлению структуры зубной эмали, заполняет микротрещины. Зубки становятся гладкими и блестящими. Экстракты солодки и коры дуба оказывают смягчающее, противовоспалительное и антибикробное действие. Безопасно в случайном проглатывании. Натуральный эко-состав. И сроком она у нас до 1 марта 2024 года. Но после вскрытия живет 6 месяцев. Такая коробочка. Вечерком почищу зубки. Такой вот флакончик 50 миллилитров. Зафольгировано. Буду первооткрывателем. О, манго, мыло. Способ применения: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу, спенить, затем смыть водой. Манго, натуральное твердое туалетное мыло ручной работы. Я сама делаю мыло ручной работы, но также я люблю мыло ручной работы. Я вообще люблю мыло. Бум. Обалденно пахнет манго вообще. Прям захотелось в магазин за манго сходить. Такой вот кусочек квадратненький. Сколько в нем веса? 80 грамм. Так, я там чувствую еще одну коробочку. Смотри-ка. А это еще одно мыло с виноградом. И оно пахнет виноградом. Не так, чтобы ярко, как вот, знаешь, бывает с одушками, а вот так нежненько. Как настоящий виноград. Даже винограда теперь хочется. Что у нас тут еще? Шампунь для блеска и объема волос. Как раз вот для моих этих жирных и тонких. Смотри, какая штука. Пахнет мятой вообще. Мята и мелисса, вот так вот, знаешь, в саду иногда растет такое, помесь мяты и мелиссы. Кто ее лимонником называет мятным, кто кошачьей мятой. Обалденно вообще. Поюзаю, скажу свое мнение. Я думаю, оно будет еще и, может быть, на уход у меня сентября. А может быть, и чуть попозже. Натуральный твердый шампунь «Лемонграсс» для блеска и объема. Такс. Ну, смочить волосы на одной, нанести шампунь на корневую часть волос, проведя средством несколько раз вдоль корней. Помассировать кончиками пальцев, затем сбить пену и распределить по всей длине волос. Тщательно смыть теплой водой. После использования твердый шампунь следует высушить. У меня как-то был твердый шампунь другой российской компании. Ну и я периодически пытаюсь себе сделать. Что это у нас такое? Дезодорант для тела. Без аромата. Дезодорант эффективно
Нейтрализует бактерии, вызывающие запах пота. Рекомендован для чувствительной кожи, подходит как женщинам, так и мужчинам. Не тестируется на животных. Натуральный состав, без хлора и аммиака, природная защита. Вот, сейчас мы это увидим. Я очень давно не пользовалась покупными дезодорантами, потому что, как ты знаешь, я делала глазики сама, у меня была аллергия там одно время на какой-то дезодорант. Попробую. Дезик-спрей. Дезик-спрей для тела. Миллилитров. Срок годности 2 года. После вскрытия 6 месяцев. Гринвей. Слушай, вот так и не скажешь, что это какая-то русская компания, которая всего лишь 4 года, и она родом из Новосибирска. Прям такая конкретная, крутая, люксовая косметика какого-нибудь Запада. Мистик. Это какая-то дофига крутая паста для уборки. Для очищения от накипи положить 15 грамм порошка, залить на 1,5 литра горячей воды, через 15 минут прополоскать несколько раз холодной водой. Короче, сыпите немножко так в мисочку порошочком. Кидаете туда какую-нибудь штучку, допустим, металлическую такую заглушку для раковины. Заливаете это водой, ждете какое-то время, достаете, потом окачиваете. И будет вам счастье. Очищающий порошок 160 грамм, стекло, хрусталь, серебро, чайник, кофеварка, фарфор. Вот и протестим. Он СМР-ный, кстати. Но мне так кажется. И еще у нас тут баночка есть. Оранжевая. Порошок. И паста Мистик. Очищающая паста. Также стекло, нержавейка, фаянс, фарфор, керамика и пластик. Во, у меня есть такая штука, которую я все думала, чем бы отмыть, потому что, ну, ничем не отмывается. Я надеюсь, что вот средство нам поможет. Я даже запишу тебе процесс, как это... Использую это средство с этой штукой, с той штукой, которую я хочу отмыть. Салфетка косметическая. Салфетка косметическая благодаря инновационной структуре эффективно удаляет остатки макияжа, жир, омертвевшие клетки, обладают уникальными впитывающими свойствами. Использование технологии серебра предотвращает появление и рост болезнетворных бактерий за счет содержания наночастиц серебра. Постоянное применение салфетки улучшает состояние кожи, освежает цвет лица, повышает восприимчивость клеток эпидермиса к питательным и увлажняющим компонентам косметических средств, обеспечивает эффект легкого пилинга для любого типа кожи, включая чувствительную. Вот так. Условия эксплуатации. Какая мягонькая. Я бы хоть сейчас ее применила. У меня как раз бальзам на губах. Ну, как бы мне еще обзор снимать дальше. Волшебная зеленая салфетка для мытья посуды, про которую я слышала. И вам как раз говорила. Без использования химии можно отмыть просто вот... в холодной воде. Салфетка для мытья посуды Абсолют. Инструкция по эксплуатации. Здесь она такая, как бы петелька, но она колючая. Ей можно отмыть, допустим, плиту или какую-нибудь сковородочку. А вот этой мягкой поверхностью можно отмыть какую-нибудь ложечку или тарелочку. Аквамагик. Ну, только водой смочить для этого. А чтобы ее помыть, после того, как ты ей все помыл, ее можно только с хозяйственным мылом слегка в руках простернуть, высушить и снова использовать. Использовать строго по назначению, согласно информации, указанной на упаковке. Аквамагик. Сильвер. Кстати, вот она производство Японии. И вот это тоже производство Японии.
Аквамагик, салфетка для стекла. И она тоже производство Японии, кошка. Не надо пока тут ничего кому низить. Я еще сама это не пользовала. Салфетка для стекла, чтобы помыть стекло на окне. Вот у меня как раз там проблема этих моих окон балконных, которые застекленный балкон. Я думала то ли вызывать клининговую компанию и платить огромные деньги ей, то ли обзаветись какой-нибудь штукой и самой это помыть. А тут смочил водой, сложил квадратом, протер, и будет мне счастье. И еще какая-то штучка у нас тут, и даже еще какая-то штучка. Для поврежденных волос кондиционер. Натуральный твердый кондиционер. Вообще впервые в жизни буду использовать. Впервые в жизни в руках держу натуральный твердый кондиционер. Нежненький такой аромат. Не могу понять кого, но кого-то знакомого. Органовое масло для поврежденных волос. На чистые влажные волосы и кожу головы нанести. Кондиционер распределить по всей длине волос. Выдержать 2-3 минуты. Смыть теплой водой. Рекомендуется в качестве финиш ухода после применения шампуня. Этой же фирмы. Ну вот завтра и применим. Тут у нас еще что-то такое. О! Это, скажем так, штучки. Салфетки для стирки белья. Насколько мне известно, по-моему, одна на 1 килограмм, там 2 на 3-4 килограмма. Вот засунул в машину и стираешь с ними вместо порошка. Я про них слышала, но никогда в руках не держала и не пробовала. Ну, попробую. И скажу свое мнение. Ну и вроде как и все. Дальше только бумажный пакетик. Сейчас бумажный пакетик все обратно сложим. Смотри. Три салфетки для стирки. Для стекла. Зеркало можно помыть заодно. Для посуды. У меня сейчас в раковине как раз что-то лежит. Шампунь и кондей. Неморганграсс и... Органовое масло. Салфетка для снятия макияжа. И всяких загрязнений. Дезик. Зубная паста. Два мыла. Две очищающие пасты. Кстати, зеленую-то я не прочитала. Очищающая паста Биотрим Мистик. Широкого применения. Эффективно удаляет стойки загрязнения, включая ржавчину, пригар, жир с поверхности из нержавейки, стекла, пластика, керамики, фарфора. Мягко полирует, придает блеск глянцевым покрытием. Уникальная формула из ингредиентов природного происхождения. Не содержит токсичных компонентов. Полностью биоразлагаемо. Вот так. Для устранения загрязнений со стекол, зеркал и других глянцевых поверхностей используйте водный раствор пасты в пропорции 1 к 5. Нанесите его салфеткой или губкой. Протрите поверхность сухим изделием из микроволокна. Ну, тут еще много чего сказано. Диоксид кремния, очищенная вода, глицерин и лимонен. Сделано в Новосибирске. Ну и пакетик с коктейлями и чаями. Вот такая посылочка от компании Greenway. Если хочешь купить что-то такое, то загляни в инфобокс. Там будет ссылка на компанию Greenway. Всем спасибо за просмотр. Ну и ждите обзора, как я буду это все использовать. Пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!